Всем привет! Так, у нас сегодня будет с вами длинное путешествие. Я иду по делам в банк, мне далеко это, автобусы не ходят, так что придется идти пешком. Жаль, что один велосипед у нас, так бы можно было на велике поехать. Погода вроде бы хорошая, так тепло, но все равно ветерок прохладный. А что, велосипед два? Ну, Софиин два, да. Я жалею, что у меня тоже нет велосипеда. Ну ничего, прогуляемся. Покажу вам город наш. Немножко буду показывать. Вот. А на улице все цветет, такое красивое. Травка такая зеленая, все такое яркое. Цветочки какие-то вот эти желтые, да, такие прикольные. А у меня там больше всех. Ага. И мусор. Тут идет сразу вот это и вот это. София, привет, говори. Привет. София тоже с нами захотела идти. А розочки, лянь, как уже, да, пораспускались? Да, буду заплетать. Тут хорошо, у нас чистенько так, парковая зона. На нашу девятиэтажку? Посмотрю, да, стоит. Сколько лет она уже стоит? Лет? Уже лет 30, наверное. Да? Да, ну и в 90-м году построили. Кошмар. Вот этот дом хорошо, да, вот, ну как отремонтировали, ну. Красивенький такой, аккуратненький. Если бы все так дома сделали. Наши местные терриконы. Мы идем, говорю, боже, так пахнет что-то. Черемуха цветет. Боже, такое дерево огромное. Представь людям, да, как приятно, да, пахнет. Женя ушел, а я рассказываю. Мы уже на 40-м идем. Наш храм красивенький. Вот возле храма красиво, все ухожено. Да, Жень? Красиво. А нам все дальше и дальше по прямой. Ну, мы так не спеша. Прогуливаемся. Привет. Да. Вам привет, семья велосипедистов. Вероника, жена его, да? Я не знаю. Да. Андрей его, по-моему, зовут. А, его Андрей, да? По-моему. Вам привет. Вот как ветра нет, да? Скажи, хорошо. Тепло. Это подписчики проезжали, рукой помахали. Когда бы мы еще так прогулялись, правда? О, какая хорошая штука, карантин, да? Карантин, автобусы не ходят. Не, ну такси, в принципе, можно было. Ну, мы решили, и так все время дома сидим. Лучше пройти прогуляться. Спортом позаниматься, походить. Правильно. По нашему городу. Как Димитров, Мирноград, да? Все равно часто, да, называют Димитров. Вот это, наверное, сеть кафе Юнона, да? Вот я на этом была, на Диносе. Помните, когда Мики стригла? Тоже там такое кафе, столовая Юнона. Но она закрыта. Надо под ноги смотреть, чтобы не упасть. Раньше было экспресс, да, назывался кафе? Оно подразделение на балансе было по грустрам. Практически 40-й прошли, да? Или это еще считается 40-й? Да? Нейтральная. Нейтральная. Это эти 40-е, они еще не больницы. Да, тут сейчас пойдут дома такие двухэтажные. Бордюрки побелили. Вот тут, Лень, как так красивенько, чистенько. Во-первых, бордюры здесь в том году меняли. Новенькие поставили. Только меня тогда удивляет, побелили. А что грязь не брать было под бордюрами? Жень, ну... Главное побелить. А мне не нравится. Я не люблю комарки. Вот башня. Водонапорная. Кто давно видел? Старая. Ну, конечно, не действующая. На 40-м. Ну, между 40-м и центральной больницей.
Ой, смотри, какая черемуха. София. Аромат. Класс. Паника. Обалдеть. Как невеста. Ну не надо, жалко. Красивая. Класс. Черемуху? Веточку? Ну не надо. Пиццерия, все закрыто, да? Тут более такое движение. Зато ломбард работает, видишь, как четко. Ломбард, да. Несите, несите, люди. Несите нам все добро под сумасшедшие проценты. Потом будете все жить должны. Кстати, вот еще зоомагазин, по-моему, он работает. Да, Микуся! Они работают, да. Там все для собак, для кошек все продается. Да. Мы там для моего хомячка клетку покупали. Угу. Вот, я говорю, магазин. Вот, одяг для человека встал. Да, работает. Вот там Элла рассказывала. Обувник, обуванчик. Обуванчик, да? Да, название новое. Это у нас уже тут территория больницы. Тоже, да, в больнице ремонт делается. Смотрю, он тротуарку, крышу меняет. Угу. София, смотри, как дома разукрасили. Видишь дом? Видела? Шахтеров нарисовали. Это все еще территория больницы. Ничего себе! Ну да, это здесь. Это все больница? Да. Ну вот эта часть все больница. А у нас там находится стадион. Шахтер называется. Когда на день шахтера в основном, да, приезжают артисты, выступают. Команда «Уголек» наша играет. И все собираются, жители города, праздновать День шахтера. Ну почему еще? Ну, обычно, да, стадион работает, когда артисты приезжают. Так. Ну, футбол, да. Тут что-то. Вот это здание, которое горело. Это бывший вычислительный центр. Сейчас посмотрим. Да, видишь? Только подножки смотри. О, видишь, как горело? Видишь, крыша? Крыши нет. Все, все упало. Все перегорело. Все Каштанчики, да, красиво распустились? Все такое зелененькое. Конечно, люстр нет, София, там все выгорело. Тут когда-то я вам уже снимала, и мостик снимали мы, и на ДК. Пашкина машина стоит. А? Пашкина машина. Пашина машина. Да он ее уже продал. Уже, да, продал, да, я видел, уже не стоит. Пашина машина. А людей много ходит по городу, передвигается. Ну там красиво пофотографироваться, да? Такая пейзажи красивые. Водичка. Помните, мы тут с вами ходили, я вам снимала. В общем, за 40 минут мы дошли. Да, да. Так. Фонтанчик не работает, да? Рано еще. Рано еще, да. Да? Пойдем так обойдем. Я сюда еще.
Пойдем. Я люблю Мирноград. Бордюры покрасили, а эти не покрасили, да? Хотя белый цвет есть. Фонтанчик такой. Летом тут красивенько, так посидеть, не жарко, хорошо. Мы сходили, я сходила. Сделали. Мне карточку надо было открыть. Ой, на солнышке так тепло, хорошо. Теперь будем потихонечку идти домой. Сейчас пофоткаемся, еще походим. Софийка хочет пофоткаться. Тут хорошо летом сидеть. Когда фонтанчик работает, не жарко, так прохладненько. София кросс сдает. Женя засекает секундомером время, за сколько она пробежала. Иди фоткаться будем, Софийка. Пришли на мостик. Мостик любви или как? Мост любви, замков много. Ну посмотри, я против солнца просто не хочу снимать. Эх, водичка какая. Женя, раньше тут рыбаки сидели, тут рыба была. Ну сидели ж когда-то рыбаки. Сбрасывают воду, это шахта. Центральная. Небо какое красивое. Класс. Все, погуляли, походили, пофоткались, идем домой. Все, снова так, не спеша, прогулялись. Будем что делать? Рыбку дома жарить, да? Я рыбу достала размораживать. Мы уже дома пришли, еле домой дошли. София так устала, и я устала. Тоже ножки болели, да? Ну, в общем, сходили, прогулялись, дошли. Я уже приготовила, ну, как, наверное, ужин это у нас будет. Рыбочку. Сейчас вам покажу. Так, купили вот такую вот в АТБ кабачковую икру. Софийка захотела. Сейчас вам покажу. Так, приготовила салатик с капустой, с огурчиком. На, Софийка, убирай на стол. Давай. Сейчас откроем кабачковую икру. Икру кабачковую. Кабачок. Кабачок, толстячок. Да. Кабачочек. Я только закончила жарить. Смотрите, сколько рыбки нажарила. Рыба такая прям, ух. Красивенькая. Такая коричневая. Да, только-только нажарила. Только закончила. У нас еще ароматы стоят рыбы. Да. Когда прям жарилась. Мы перед этим покупали Верес. Вкусная была. А это в АТБ была по акции. Стоила 28, сейчас 21 гривна. На 7 гривен меньше. Что-то какая-то она темненькая. Это нам такую, я помню, в садке такую уже давали. Да? Пахнет вроде бы вкусно. Сейчас попробуем. Я не могу понять, это ее аромат или нет. Тут и салат пахнет, и рыба пахнет, и кабачок пахнет. Я верхушечку сниму. А что? Она темная. Верес мне не понравилась, знаете, чем? Жидкая очень. Да, и это как-то. Не все, но Верес вообще была водянистая. Водянистая какая. Прям. Она вкусная была, но водянистая. Сейчас эту попробуем. Кушать хочется. Угу. А сегодня же родоница, да, Жень? Или как родоница? Родоница? Вот. И мы сейчас на кладбище никто не ходил. Значит, мы сейчас помянем дома. Угу. Ко мне заезжала утром тетя моя. Сейчас попробую. И передала нам бутылочку вина. Не, Верес вкуснее. Ну, неплохая. Дай мне. Дай так. Такой нам сладенький давали. Нравится? Хорошо. Софийка радуется. Чёрт. Сейчас вам
покажу. Передала, ну это домашнее вино, это просто она налила в такую бутылочку, она говорит, помяните. Так что мы сейчас помяним, будем ужинать. Достанем. Женя, доставать хлеб или лаваш? Лавашек купили. Сейчас лавашек. Вкусненько. Хорошо, на улице немножко, правда, ну, ветер, а так ничего. Так, ну, мне кажется, мы домой шли, уже не было такого ветра почему-то. Угу. Да? Ну, назад было, знаешь, идти тяжелее. Назад мы что, уже под конец еле-еле устали. Еще в АТБ зашли. Вот, лаваш, хлеб купили, яйца купили. Ну, кабачковую икру, капусточки купили на салатик. Рыбу купили, не, рыбу мы не покупали. Не, рыбу я с утра достала, разморозила. Что мы еще купили? Капусту, да? Капусту, да. Да. Вот. Вкусненькая. Лавашек нарвала. Ну, и так, в тарелочку. Его сейчас и не будет. Раз и нет, да? Да. Все, этот пока уберем. Ну, я просто очень люблю лавашки. Мы будем кушать сейчас лавашки. Так что видео вам поснимала, город наш показала. Кто живет далеко, смотрите, вспоминайте, что у нас поменялось. Мне кажется, ничего не поменялось. Было, так и осталось. Да? Ну, кто давно не был, а может им ну, виднее, что у нас поменялось. Ну, это нам не видно, а им нам три шкафки закрыла. Закроем. Так, ну что, мы будем с вами прощаться, да? Да. Сейчас стул накрою, покажу. Угу. И попрощаюсь. Так, все. У нас рыбка, лавашик, салатик, кабачковая икра. Ну так, по-легенькому. И венцо. Нам приятного аппетита, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.